Навигационный период прошел успешно. Весь необходимый объем груза доставлен в районы Якутии. Об этом сообщил председатель Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности республики Юрий Зайцев. Напомним, что в этом году отгрузка необходимых грузов завершилась согласно плану, а по объемам она превышает показатели прошлого года. Кроме того, 7 районов, где были затоплены населенные пункты, незамедлительно обеспечили строительными материалами, на что из бюджета были выделены около 80 миллионов рублей. А пострадавшие от паводка жители получили компенсацию на общую сумму 9 миллионов рублей. В настоящий момент ведется работа по прокладыванию зимника. Точная дата открытия дороги пока неизвестна. По предварительным данным, это произойдет в середине декабря. Якутабторгу, коллеги. Общегодовой объем завоза грузов у них составляет 11 393 тонны. Из них в навигацию приходится у нас 3,5 тысячи тонн грузов. Но если взять по общегодовому объему, из 11 393 тонн у нас мука составила 9 463 тонны, социально значимые продовольственные товары 1710 тонн и расширенный ассортимент социально значимых продовольственных товаров это 212 тонн, которые у нас будут доставлены авиатранспортом. Октябрь, ноябрь, декабрь – это до северных, арктических и труднодоступных населенных пунктов. Мы считаем, что их у нас 13, согласно последнему указу главы республики.